это бартерная сделка. Я понял. Давай. Один, два, три, один, два, три. Ну да. Разве лужу ударили? Подкатилось, то... Что, я первый? Да давай я словлю, типа, если что, там заберем. Подожди, кто с нами танчит? Там... Так, как раз? У нас два танка, Кубок и... Овалус. Овалус. А зачем нам два танка? У нас же Кубок есть. Овалус, а если на зеленом червя будет, он послабее. На червях, конечно, да. Куба два танчит, пускай. Ну я все. Хуешь. А он двух лужа мин будет мешать нам? Нет. Да все, бьем. Давай. Да хуйня, блядь. Куда подлетел? Блядь, подвел специально, чтобы он мне сало давал, да? Ну я... Он сам убежал. Давай я его отведу. Да все, не надо. Да, держи, стой на месте. Я отошу уже. Я отвел. Я уже потерял ДПС. Ну извини. Все уже поздно, все пропало. Мне не нравится этот хулипод, он слабый. Этот, за Снобальдом кто там лазит? Блин, ты за тупок. О-о-о-о. Че, забирать, нет? Подбегай, подбегай. Группу. Давай в мелизон. Давай, я тебе верю. Hand of God. Не понял, у нас паладин не с этого, не с гильды. Ага, он не в 10? Поле. Да, но я ему сказал один анрол на гильду, так что если кому что нужно. Паладин без ролла, без лота я тут. Если хочешь, можешь забрать. Астаки сброшь. Угу. Поиграй в тайминг немножко. Да бля, это не считается. Смотри, сколько я ДПС потерял, пока, блядь, приходил бы это, блядь, печатал в чат. Ты плохо организовал нашу вечеринку. Да, в следующий раз, типа, ну, посерьезнее. А, еще раз, что? Ваня? Ну, ты их плохо организовал, несерьезно, то. Люди без диса тут к нам зашли. Так, раки, какие-то. Да, да, на огненной, да? В том-то и дело. Левая корона, правая похоронная. Подожди, а почему так? Блядь. Мы сейчас сорвем Совулоса, ну ладно. Играем, да. За Асгард. Все, тихо. Давайте, нате вам Геро, домашний за меня, за себя и за Сашку. Ну, а гляди, батя по ДПСу выровнялся, сейчас еще клешни. Неудобно у вас, сорян. Сейчас, ребят, 8 секунд рвота, 5 секунд. Я подбегу. Блять, Коли Паладин, блять, набрал вообще по объявлению просто. Короче, Кубок, придется тебе спасать Коли Паладина, у него рак, по-моему, немного. Да я понял, все, бегу, бегу, размораживаю. У нас умер Войд, Войд рандут. Ну, бывает. Добивайте, кислотно, кислотно. Войда поднимите по ХП. Видите, как удобно, у Войда есть мозг, и он играет хорошо, да? Кто там заморозил? Нет, у него есть дрон, сам тебя поднял. Разбегитесь, разбегитесь, Сокрус дал. Блин, сложно. Тут я мой парень. Ебать, смотри, как выйдет. Так, Кубоб, смотри, короче, нужно будет водить, когда кому БПМ. Кому каску? По Войду? Хуяли, да? Угу, да я уже дал. Лужа. Лужа. Там вы при чём лужу купаетесь тогда, блин? Почему? Все видите? Отзанонсили и все искупались. Кроме Кубова. Кубов молодец. И Холи Паладин, который наш пук, тоже молодец. Я не купался. Хороший пук. Да, мне нравится. У нас чуть еще пару раз не вайпал. Скажите, вам шмот нужен? Да. Ну, мне нужен нож. Не особо не. Я просто лучше управлять не перестал.
нож с чемпионов нужен кастерский. У меня в прошлый раз какой-то ублюдок на магию забрал. Ну, было полностью пугопатия. Ну все, я просто думал, переставлять, не переставлять этот. Да не, типа оставляй, типа круплут. Я не думаю, что он заберет нож. Если он заберет нож, я ему либо свои яйца оторву, да. И вот, блядь, до этих лайтнинг болов накидаю, блядь. Потом домой придет. Раздавай. Ты будешь отдавать? Ну, хорошо, просто поставлю групповую и нафиг туда. Вот, правильно, молодец. Нормально, пацаны на групповом ходят. Типа, если не доверие к рейду, значит это не рейд. Значит, это говно. Справедливо. Тотем убрали, от кубоба отбежали. Ой, нет, туда. Добрая, а я к тебе. Беги за мной, беги, догони меня, догони. Не пошло. В смысле не пошло, нормально пошло все. Мы как будто по улицам Москвы бегали, и ты пытался дотянуться до меня рукой. Хи-хи, ха-ха, еще. А вот в пустяках, оля-ля. В смысле, там еще было 2 секунды стана, почему он повернулся? Кубу по ноут верни его, скажи, что он еще не этот. Ну сейчас, вот. Он еще не замерзшая фигура. Да. Ох ты. Да, Clash Knight, Clash Knight отбирали. Потому что у нас сплошные какие-то ребята. Надо же быстрее проходить, я уже прям спать хочу. Что-то прям уже прям класс залип. 12 метров. Блять, уже непривычно. Да, блядь, типа я еще что? Не отошел после болезни. Что за болезнь вообще, как? Да, этот, блять, пневмония. Так и называется? Да, двусторонняя пневмония. А, все. Так, потом мне послышалась ебанина. Ну, ебанина, да. Этим я уже давно болен, это нормально, ничего. Симптомов нету. Двусторонняя ебанина. А по тебе видно? Ну, конечно. Ну, похоже же. В смысле, это прям один в один, это мой диагноз. Понял. Ебать, шо какие это? Запах. Куба, как... ты прикинь, он работает в типографии, не может мне книжку прислать. Так, конечно. Never. Руки ДДшные, латы кому-то нужны? Конечно, нужны. Забираю, расхваляю. Забирает кто-то, не помню кто. У меня дочка, которой годик, из-за него без книжки остается. А ты на него в этот момент смотришь. Я ему даже говорю, давайте денег заплачу за книжку. А я ему говорю, типа, что ты не купишь просто на Вайлдберрисе? Что, короче, он мне говорит? Я танкую, я в ДД. Какой ДД? Тут у тебя что, ДДшный есть? Есть, конечно. Я думал, только полезными классами играю. Ебать, ты страшный, бля, какой, бля. Сейчас забыл, что я на паладине. Смотришь, блядь, прям, как-то аж, блядь, прям испугался. Не уверен. А чё я все залутал? Кому что нужно? Никому ничего не нужно. Рукавицы, если что, я бы на офф забрал оба. А зачем, ну, зачем ты не идешься подряд? Объясни мне, пожалуйста. Не, а, ну ты танк, давай, подожди. Валок, у тебя есть водичка? Попить? Я танк, я говорю, на офф, если никому, типа, не надо. Да не нужно никому, я вообще распилю их. Не. А, не надо распилять. А, стоп, у нас же все в этом, все в Дискорде. Короче, ну, почти. Паладина. Да не поймать на паладина. Руки. Паладин — это вагон. Короче, также отыгрываем по вулкану, да. Будем отыгрывать по каждому голему. Угу. Понятно, да? А по вулкану тоже, да? Ну вон у нас есть. Ты танкуешь, иди в центр. Лей лужу, готовься, сейчас он начнет, он сейчас драться будет. Сейчас драться начнет. Все, давай, танкуй его. Так, вспоминаем ротацию, ребят. Так, а клеш на пол, не вижу. Понятно. Да. Что там, кому сальву нужно будет выговорить? Хотя я вижу. Можешь мне дать? Вове, дай. Скину. Кстати, Вобро, тебя же Вова зовут? Нет, меня Влад зовут. Блять. Кстати, народ, кто ушарит? Я могу зеленый дебаф с Роги снять плащом? Да. Побежал. По домой. Блять, паладин.
сука, тупорылый даун, блядь. Пиздец. Обзывается. Надо было дискорд, наверное, все-таки дать. Блядь, ну типа, ну камон, куда, блядь, ты не видишь, блядь, что-то, блядь, под тобой что-то, блядь, горит, блядь. И это не твоя жопа. Понял. Ой, блядь, как, блядь, больно. Ага, ну, может, блядь, диспорить некому, извините. А что там по стакам, да, кстати? Да, я... Блядь, там, мне там, не типа, нам... Стан выдал людям. Я, пожалуй, вот... Выпишите этот... Выпишите дискорд господина... Да, я ему лечащему. Давайте, стоп, для хил, забегите вот эту лужу, которую нассал здесь, этот мальчик, блядь, из Великой Гильдии. Какой у нас дискорд? Блин, я просто думал, у нас все с гильдой, я что-то как-то забыл об этом. Я просто лично. Я даже не обратил внимания, что у нас нету ни мага, ни этот вообще сетап какой-то понабрали, вообще по объявлению, как будто вот расклеили. Я собрался собрать всех с гильды просто. Ну, все понятно. Нам ДЦ вот не хватает. Не, нету приста, ребята. Шаман, еще. А, что? Игорь, какое? Во. Бля, я бы на присте залетел, там всех разъебал. Бля, Трищ, ты чё? Ну так давай заходим, мы хоть этот хпал. Да похуй, какая разница. А вы же его сможете перенести? Ну все, все равно все бафают. Ну слушай, короче, не всегда хорошо. В смысле? Возьми свои слова обратно. Душный. Ой, ты ассиста, что тебе ассиста дать? Зачем? Все, я убираю. Так? Вот, я тебя налочком назначил. Так, у него нету дискорда, да. Вот тебе дискорд, блядь. А у него... Опа. Вот, я тебе наводчика дал. Я знаешь, когда там катка делаешь, он как бы вверх вылезает там в хилботах везде. Ну, по итогу умер хэпал и не прохилили метку, и это время голем. Давайте этот РЧ на готовность. Иди разливай. Обсыкайся там под боссом, танк, обливай лужу там в ноги, чтобы по ногам текло. Поехали. Сейчас. Подожди, ты лужу налил? Я налил сейчас лужу. Ну, нальешь, тогда я запущу. 3, 2. Все, погнали, вперед, фус в роддах. Мать твою, это что было? Я подожду. Что-то такое было. На пула не было, вот что это было. Понимаю. Давай, мой бро. Через как его? Через что его? Так, лови второго. Эй, у меня был пул. Ты можешь переключить, если печать повиновения вкачал в танке. Угу. Вот удобнее. О, побежал, ну неплохо. Есть. Да беги, вот, блядь, да. Мразь, сука, нахуй, мразь, конченая, беги, сука. Блядь, диспэрю стакил. Рандом можно, БР? Нет. У тебя от кадашилась, я видел. Дэвила прохиливается? Я поставил БР на кого-нибудь полезного. Да. Вот. Да я уже дал Дэвила. Пепюрашечки. Дэвил Волк. Я могу тебе Боб дать. Хочешь? Ну ладно. Блин, вот... Волк, не слушай, типа, повелся на хуйню. Опа, готовы заливать, пацаны? Бля, я вам, бля, сейчас киру сдам, если, блядь, будет пизда какая-то. Того мир ебал. Мы можем как бы идти. Играем, по-первому. Ебал я в рот, на тебе, блядь. О, пацаны. Пиздец, как-то хочу куните, блядь. Ой, чё? Ну, чё говна наворотили мы. Их же можно отвести просто босса и все, не ебать мозги. Ну есть одно предположение, что паладин, блядь, дает 2400 хп, блядь, это, блядь, вообще нормально, блядь, по-моему, абсолютно. Там хилит нечего, он вспышкой хилит, вот и все.
Не знаю. Может, ДЦ на дрища взять? У меня 210-й ДЦ. Подожди, этот... ДЦ-то тут? Ну, слушай, ну у него камни хуёвые, у него три нига, ну так ладно. Слышишь, дрыщ, проснись, ты тут? Солнышко моё. Давай заходи. Давай, заходи. Давайте просто кикнем его, если он будет дальше. Извините, перед ним, извините за его клешню, за его. Скажи, ты мой ник? Ты мой ник. А ты то, что у меня на руках. Или наоборот. Погнали в три хила сейчас, я потом обратно зайду на пало просто. А кикать паладина, нет? Подожди, кто третий хил? Зачем? Какие три хила? Вы что, угораете? Да, 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 я бы тоже не выгонил, но серьезно, камон, это совсем типа мясо. Что ли дело меня выгонить, да? Какой, типа, ну я не успеваю, что это значит вообще, типа, камон? Да, 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 где дрищ? Иди сюда, дрищ. Ну давай. Дрищ, а ну быстро. Дрищ, пригласи в группу, ставьте шкаф. Devil Welk. Там не нужно никакой же проходки. Вау. Да не нужно ничего. Для тебя ничего не нужно. Заходи. Там их 5 нужен проходки. Их 25 и проход пятку, чтобы пойти в 25-ку. А у меня, кстати, трансмог есть. Только дрыщ, а ну подожди. Ой, ой-ой-ой, нет, это страшно. Это какой. Сейчас покажу, подожди. Вот, смотри. Да. Смотри, вот сейчас. Вот это секс, вот это секс. Вот так оставайся. Пить в ПВП поймать. Да. Блять. Ну, давайте посмотрим. Сейчас душный Войд. Войд. Сейчас без тебя разберемся. А с кем я хилю? Пойдешь со своим паладином другом тусоваться. Свою команду рыцарей света. Ну, кстати, да, у тебя там отхило, ну, по крайней мере, меньше, чем у танка. Чего? Ты можешь говорить что угодно, у тебя отхило меньше, чем у танка. Кого? Ты плохой. Все, собрались. Так, клешни. Так, типа, паладин, который у нас танк. Ты хилер. Короче, обсыкайся, паладин, а ты этот рога, дай в него триксы сейчас. Сандоме. Нормально. Погоди, стой. Пала, у тебя есть ретрик? У меня нет. Ну, пошли. Тогда с тобой. Говорю, давай. Подожди, сейчас он обоссится еще раз. Давай, нет, три. В смысле, у меня сделан этот, но шмот. Ты можешь облиться под себя? МП5. Да у него уже три раза облился. Все, запускай. Все, триксы. Все, хорошо. Да. МП5, давай. Ты там. Все, да плевать на ваши МП5, соберитесь. Сразу юзай крылья, пал. Ебашим. Я не знаю, ребят, у меня нету этого. Как его называют? Я танк. Колдовства этого. 2 минуты еще. Ладно, 52 секунды. Управляйтесь как хотите. Убивай косты, а то у меня не энергия жрут, а у ДК, я знаю, там легко. Ну я избил. Сосредоточение поставьте место. Вместо армора. Войд. Молодец. Нихуя. Везде профессионал, да? Да я не сопротивление вроде. У кого аура на армор стоит? Поставьте на огонь. Короче, армор выключите нахуй. Вот. Кубо, по-любому у тебя? Да нет. Нет, у меня было. Это ловилось, как всегда. Нет, нет. Дрищ. Молодец. Хорош. Сразу видно, не холли полади. У меня просто там дота скачивается, немножко подлагивает. Такая дота, останови ее. Зачем ты ее качаешь вообще, сумасшедший? Так, готовы, ребят? Да поебать, я сейчас вам Геру даю, и мы заливаем, блядь, первый же голем, который вылетает. Все, сдали Геру, поехали, первый вышел. Давай. О, смотри, армо, ну, стан работает. Стан работает, да. Она может починить. Не, нихуя. Отводи. А, это стан, мастан, дай. Надо было тебе босса. О, смотри, бан работает!
Ну все, разбанил. Играйте в босса, играйте в босса. Я добью его. Добивайте, ладно, добивайте, все. Разбанили его, добивайте его под боссом. Опа, добил. Хорош. Считаю это профессионально. Вубро. Вубро, кожу нажми. Бабл. Ваниш бабл. Ну что-то вообще без кусков душно на паладине. Без каких кусков? Без любых. Кусочков чего? Цитр. Какашули? Да. Вот, по-моему, я примерно так и играю. Да не, ну я full moonset. Ну, типа, что собрал, то собрал. Прям как я. Половых что? Прям как я говорю. А-а-а. Гля, какие ботинки. Гля, какой пояс. Распылить, распылить, распылить. Ой, ба, я больше нахилил. Ты в стиме, получается? Ну да, мощно считаю. Так, это... Жесово говно, они, блядь, не дамажат. О, хорош. Так, бери ты, блядь, сову. Давай, паузе. У меня, короче, так, знаете... Смотрите. Собирать холика, да? Все-таки ты решил себе холи-палу собирать. Я все спеки, все три буду собирать. Я тупо танк. Я тупо танк. Не, ну я сейчас тупо танк. Ты же хотел, чтобы я холил танк где-то сейчас, блядь, в РБК. Я тупо танк. Ты тупо танк. Я тупо огромный. Что? Вот так. Слышишь, 42 тысячи это, так он жирный танк получается. Короче, смотрите, что там есть. Там ничего нету, по-моему, страшного. Маздины есть. Маздины есть, да. Ну, и маг есть. Вот. Да зачем? Убедите, вот черепочек это маздина. Короче, я заберу вара, второй пал, танк забирает ДКшника. А колоская крестик? ДКшник, вот, печенька. Маг. А бьем череп, крест, потом дальше разберемся. По ситуации. Погнали, попал. А, так, по контролям. А, косты, кикай, клешни, рамбу. А, я пойду газель в этого жамбу привещу. Я что пипал должен делать? Забери роги, время жить, отводи ватра. Пипал, забирай печеньку и отводи из рейда. Кого? Печеньку. Печеньку. Просто пока да. О, смотри, они как раз отбежали. Да, великолепно. Там у тебя два таунта, их полчили. Блять, кош, снять. Все. Да, на кого он прижал? На меня, по-моему. На меня он. Да, сука, ты сдохнешь. Да я, блядь, его пытаюсь распуджить, но не даю. Что там получается? Зажабил, нормально, добиваем быстрее. А? А теперь бумага сыграли. Рекламе с диспельте. О, вроде получилось. А у Локса забань нам вот эту вот тварь, которая вот кастует эти хилки свои ебучие, блядь, деревянная тварь. Вот, это я понимаю, агрессивный гейминг. Блядь, сломайте лицо этому присту. Зачем мне ломать лицо? Противоположным. Ты можешь, кстати, вот в таких ситуациях печать менять на печать света, которая хит. Или так. Гена, сломай вару, ебало. Опа. Осуждаю. Ладно, ладно.
Блять, у меня так нога чешется, пиздец, блядь. Че там, кого вы там душите? Давайте доебем дерево. Блять, разбирайте на щепки, блять. В Икее везем, блять, кухня станет. Сейчас соберем их цепливо. Я заколдовал его в жабу. Кто поцелует, он превратится в вар. Куда он бегает? О, видишь? Колбасу работает. Не, не вихрите его, я же его специально привел. Ты его поцеловал, да, чтобы он превратился в воина? Да. Все, подводи сюда и этого, и печеньку тоже. Угу. Только очень осторожно. Нет. Он нас всех вайпнуть может. Куда? Ага. У тебя в ДД больше хп, чем у нашего танка Оголоса. У кого? Где у меня? Ну, по-любому. Ну, я не удивлен, потому что я был самый сильный лев этого сервера. Ноль проф, а ДПС, блядь, больше, чем у всех рейдов вместе взятого. Бля, у меня еще спек ПВПшный же. 210-й. Бля, нормально, пиздец, ты, блядь, что ебешь, блядь? Ле? Хуй знает, кого я там ебу? Не знаю кого-то. Зов. О, клинок, да ну нахуй, да ну пиздец. Бля, блядь. Зов уступите, а? Зов уступите. Клинок, мне. Это мне как раз. Да в смысле, какой тебе? Убери, пожалуйста, руки, как тебя умоляю, ты что не делаешь? Как раз, ты перестань, блин. Принку, ладно, отказаться. Не трогайте клинок. Слава мне... богу. Ах ты ж, блин. 90. Охренеть. Сать, блядь. Не зря сходил, видите. Слушай, ну свой старый тогда отдай мне. Что? Старый, да? Да, на. Где там? Где ты? Подожди. Дрищ. Ты от меня прячешься? Ты где прячешься? Не прячешься? Ну, вот. Ну, в принципе, я могу в соло. Не перекладывается. Я не могу ничего с этим сделать. Попал, можешь эти лишние сверки половить по итогу. Хотя, слушай, давай этот... Ну кто у нас на ДКшнике? Это наш парень. Это да. А, это Расмус. Расмус, там если что, в случае чего с Вовбро там повыбегайте, лишнее можете там пополовить. Пал, короче... Так а что, мы свет менять или нет? Чего? Мы сегодня бьем. Свет. Нет, темный. Все темные, кроме от Пала. Пал с белой. Да, хорошо. Ты с белой черной бьешь, я с черной. А, Сандоме. Зачем Сандоме у нас белый? Подождите. Кого? Не понял, моя задача в чем? Ловить сверки? Да не, да. Не, блин, поменяй, Сандами, иди отсюда, кэш. Кэш. Все, вставайте, погнали. Короче, если хочешь, я могу их поставить там. Так, играйте в этот, в погибель света, это метка череп. Кого? А, нет, не было, конечно, да, на колду волшебную. Да, конечно, кого? Пацаны. В кубо. Блин, твоя черная, по-моему. Ду, а есть бы? Пал. Нет. Пробуй таунты позабирать черную. Твоя типа та, которая без. Без метки. Моя противоположность, что ты вносишься тут, блин, Оволос? Я спросил, мне сферки собирать, мне сказали да. Нет, стой. Поменяли сферу, играем в белую взяли, белую сущность играем по той, которая щитом. Все, я собью. Попал, ты меняешь цвет. Короче, стой, танкуй черную, да. Переводи сейчас. Погнали, 3, 2, 1, сокрус дал. Там, блядь, чисто все было, не надо было ничего давать даже. Поставь ровно. Посмотрел. Встань, короче, поверни с жопой к рейду. Жопа это надо, поверни. Да, что мы как бы поплотнее работаем. Я ж спросил, мне сверки ловить? Не, я ж сказал потом, короче, будь на боссе, а вовбро там лишнее половит. Ебал, короче. Ничего не делайте, бейте дальше. Чилимся. Нет, играем по мобам, не надо чилить ничего. Нет, да. Кубову поможете подхилить.
бейте, бей, бейте, наносите урон, хилите то, что... Хилите то, что умирает, бейте то, что нужно убить. То, что мертво, умереть не может. А, Дрищ, брат, встань к нам сюда, в команду. Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. Ах, не успел. Темную воронку взяли? О, да. Все взяли темную. И переключились в черепочек играть. Как будто в доту скачали, играть в черепок так. Пал, но если ты типа танкуешь здесь бабу какую-то с цветом, ты не меняешь во время боя. Типа до конца. Со своим. Ну, да, успеем так перевести, да, по идее, да? Нет, только чисто. И башню до конца, да. За Иисуса Христоса. Хорошо. Блин, какой меч. Хорошо. Красивый. Блин, руки говно, конечно. Да, вообще, не прекрасно. Все, все поговорили. Пошлите, встанем туда. Так, я часа пришел, у меня вагон тебе собираетесь или что? Вообще, как бы у тебя в вагоне, брат. Посмотри тебе, блядь, вдруг ей хиливает в 6 тысяч миллионов раз. Мне не это, не дают шмота. Я про это. А, ты об этом? Возьми меч себе, возьми тебе двуручный меч. О, красивый. Я победил, получается, камень. Отдай, пожалуйста, меч. А... Дрищу. 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 Нет, меч. Серьезно сейчас? Блин, дрищ, на, держи. Нет, тоже мне не надо. А, да, это не меч, блядь. Это был меч. Да не, где там дрищ? Чуть не забайчил. Нож для снятия шкур тоже. Спасибо всем. Я понял, вот ты шутник. Блин, вообще нельзя передать. Вообще ничего не положил. Нельзя передать, ты же на первом боссе не был. А что-то, что-то меня упало? Бля, я так и знал, с самого начала надо было идти. Погоди, ребята, кто у нас? Да, да, там запа на тебя были. На попали у нас кто? Дайте я хоть заметку напишу, то я так и не понял. Что? Что? Подожди, что? Кто на попали у нас? На втором, ну, который... Пиши конченый. Карась, это карась. А, карась, окей, господи. В чем свой давно вот? А, карась, тогда не надо заметку. Да. Одевайся. Все для тебя. Это ты, это 7. Это 17. Ты когда кидаешь бурю, она вокруг падает по всему серверу, каждому на голову. Наверх. Наверное. Не вообще кубовую заметку, да? Да, нормально. Поржал. Прорвало. Вы мне МП5 киньте или как? Да, я тебе тотем поставлю, брат. Да вы киньте МП5, я поманишь сажусь. Не садись. Даль помани. О, ну понимаю, тут еще трэш пулят. Какой трэш? Где трэш? Да похуй, у нас просто двое. Я просто не хочу этот агро потерять на боссе. Все, если все готовы, Гера... Да, давайте, я рычай на пол. Ну, я дам... Просто этот... я не хочу, чтобы трэш там били, все. 3, 2, 1, все, погнали, вперед. Над головой разупало. Короче, моп, про этот, карась, там на подстраховочке на трэш, если что, выбирай сразу к себе. Копать шахли? Ну да, копать. Да не шахли. Я его, если что... Заведите заберу. Только в лужу. Да, сейчас буду. Опа, осуждаю. Блин, ты станы, блин. Как... Подожди, а где второй? Да, он тут один заходит, это десятка. А-а-а. Угу. Отслабился. Вообще уже. Так, знаете, что я вижу? Я вижу 4-5. Я вижу маленький ДПС, больше ДПС. Да-да-да, я... Давайте, пацаны, рвем попу. Выжимаем все, что есть в ваших классах. Короче, я его до конца тогда держу, наверное.
Да, вот на этом боссе мне нравится хилить вот сейчас. Кстати, а кого на пол дать-то? Плюс 15% урона. Не-не, давай на танка лучше. Он тут станет постоянно, не очень удобно. Да? Пацаны, да не про профессионал, идите, блядь, в эти лужи, валяйтесь, купайтесь. О, без бопа играть? Да, давайте, кому дать, что там? Вобро. Вобро в другую сторону. Ой, бля, лос какой, блядь, вообще профессионал-то, блядь, откуда такой? Вы знал, туда играешь, что ли? Из шестого статика ГВВП вышел. Так, трэш-то бейте, ребята, вы чё, слакеры? Боб дать, нет? Так, я могу дать, в принципе. Да отводи вот подальше к реке, он сейчас вылезет. Надеюсь. Беги, дальше, 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 дальше. О, видал? Всё. Тигр. Видящий. А че он так долго? Подожди, он же... О, бля. Нормально. Не наебал, 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 бывает, нормально. Нормально. Больше ДПС, больше ДПС. Такое ДПС, чтобы я вообще... На таком крайнем этом рейнже бежал. Я, блядь, тыкну на Боба, ты убегаешь, так, блядь. Он с Дэвил Волк дамажит. Держи, Дэвил Волк. Слушай, бля, начал дамажить, действительно. Конечно, бля. Ну, бля, это пирс, блядь, не смог такой. Неплохой, я считаю. Он будет тянет все на дно, по-моему. Короче, все, надо салит давать. А Дэвил Волк в каком этом? В North Mythology, вроде. Во второй пати. Нет. В России, по-моему. Это, кстати, не факт. Возможно, он украинец. Ну, я так. Пальцем в небо. А был демон или... Белорусский демон. Что? Демон, да. Да. Devil Wolf наш. Ну, мы его только что взяли. Это я уже. Он на паладине только что просто играл. Сказал, на паладине не могу, но в локе могу. А мы чем ответили? Ну, мы его взяли в гильдию. Что? Ну, что? Так это гильдия. А я и не сплю, да, типа. Короче. Сова? А, я думал, камера. Меня Боб... Я тебя разбил, я тебя разбил. Беги быстрее, беги быстрее. Дай Боб, пацаны. Сы, блядь. Сы, да, но на луже, пожалуйста. Не спать, там я все люблю. Да встань в лужу, вон там миллион луж, все разливаем, все разбиваем, типа в каждой луже купаемся. Как в чане. Мы сейчас будем переводить босса. Все, давайте так, трэш. Дам Грегим, тогда пока мы стоим. То он меня задолбал бить. Ой-ой-ой, как же кулетел, да? Ой-жу, кулетел. Да сразу, давай. Да заводи в любую лужу. Все по лужам сюда встаньте, тут сейчас нормально все будет. Лопа, десятка. Сейчас моб подойдет, заберешь его. Геру сейчас дам, да. Все, даем Геру. Просто там, блядь, кливаем, хуиваем, блядь, больше босса играем. Следующего шага? Ну, если вы... он не должен вылезти, по идее. Или на хиле лучше вообще этим заниматься. Лучше пусть паладин какой-нибудь. Давай, душите. 5 секунд у вас есть. Да больше в босса. Шакли. Он сейчас вылезет, шакли. Угу. Ну давай. Ой, хорошо. Отлично. Просто профессионально. А есть у кого-нибудь хаспот? Кому перекинуть? Да, перекиньте сейчас прям во время боя. Масло передайте, пожалуйста, соседнего столика. Любые пацаны, я рыбу сейчас поставлю вам. Самое время. Да как тут хилит-то, ебать. Аккуратненько. Медгибрахилин, дрыща, конечно. В смысле?
хорошо. Глевые метки. Слушай, какие метки, я не сплю. Ну почти ЕВК, ребят. Ну да, близко. Только ДПС мало. Не, ну я считаю для 220-го левела нормально ДПС. Опа. Видал, как я вообще? Вот это реакция, пацаны. Чё, бля? Вообще молниеносно, бля. Кому пуль лезешь, бля? Блин, бля. Бля, чё серьёзно было? Бля, ты чё так мало ДПС? Больше бейте, бля. Слишком долго, бля. Ну, я уже должен спать, бля. Ладно, ладно, начну бить. Давай. Уже можно? Ну, так умрёт. Доставай этот свой, вот эти... Паладинский. Осколки душ и начинай расколом души бить. Так я... Паладин или где? Понял. Ну все, меня перестали хилить. Да зачем тебе хилить, вообще не понимаю. Классно. Во, слушай, неплохо. Ебать, еще один меч. О, ну что, смотри, палатку одеваем. Все, коррозеция. Всем пока. Спасибо, товарищ. Не звоните, больше такие рейды меня не зовите. Все, ребят, спасибо, что вы меня провогонили. Я вас, конечно, очень люблю, но я ебал рот с вами рейдить, да? Нет, я вас всех люблю, ребят. А где плечо? Садимся. Кому? Дайте плечо.